Мы, Андрей и Аренда Василенки, рады быть на Светлом радио. И всем слушателям, всем зрителям хотели бы пожелать иметь больших благословений в жизни. И хотели бы пожелать, чтобы все, что случается в вашей жизни, превращалось в благословение, даже те сложности, которые стоят перед нами, чтобы вы видели через них благословляющую руку Божию. И в зависимости от вашей реакции, в зависимости от того, как вы будете реагировать на эти благословения, в вашей жизни могут произойти великие чудеса, великие изменения, как вот были в нашей жизни. Да, да, я тоже хочу объединиться. Я хочу, во-первых, вас поздравить, если у вас есть особенный ребенок. Мы родители ребенка с синдромом Дауна, и у нас есть еще 3 других детей, у нас 4 детей. И я могу сказать вам, что такие дети, они действительно большое благословение на семья, не только для нас, как родителей, для всех братьев и сестер, для бабушек, дедушек, там, дяди, тети, все, которые окружающие вас ребенок. Додаток Світлого радіо «Еммануїл» тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле радіо буде завжди поруч.